Начался концерт с гимна Кириллу и Мефодию. Исполняли его сразу 16 сочинских хоровых коллективов. Аналогичные выступления в полдень прошли во всех городах России. Но для Сочи это не только праздник, но и подготовка ко всемирным хоровым играм. Для нас это классная такая идея для города. Город, который смог выдержать и так успешно провести Олимпийские и Паралимпийские игры, конечно же, имеет право на проведение столь грандиозного теперь певческого форума. И мы тоже к нему готовимся, и это как раз один из проектов в рамках подготовки к 16-му году. Зрителям концерта действительно было что послушать. Хоры исполняли популярные российские произведения всех времен, в том числе и народные. Этот праздник не только светский, но и религиозный. Православная церковь тоже его отмечает. На концерте всех жителей поздравил и благочинный Центрального района. День славянской культуры и письменности – тот праздник, который является церковно-государственным праздником. Когда мы с вами вспоминаем наши с вами корни, ведь корни – это самое главное, то, что есть в жизни человека, то, что есть в жизни личности, семьи, отечества, народа. Концерт прошел на ура. Выступление понравилось и зрителям, и самим артистам. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.